Дорогие подписчики канала, сегодня 22 ноября, кто подписывается? Октября. Октября? Окей. Спасибо, Анечка. Санечка. Сегодня 22 октября. Мы будем готовить шашлык, очень вкусный, еврейский, свиной шашлык. Потому что сегодня суббота, какой еще можно готовить? Сейчас начнем с того, что мы подготовим мясо, замаринуем все, дадим ему постоять в холодильнике, когда оно настоится, уже разожжем огонь и будем снимать дальше. Для начала посмотрим, что у нас есть. На прошлые выходные мы купили вот такие свежие свиные сосиски на фармерс маркете, и у нас есть такие запасы, я ошибся, это говядина, и такие запасы говядины. Value pack, большие куски, это хорошо, на большой кусок рот радуется. Сейчас возьмем эти кусочки, положим в эту мисочку. Я их размораживал со вчерашнего вечера, но они еще такие немножко тверденькие. Но хорошо, они будут мариноваться и размораживаться одновременно, это не страшно. Начнем с того, что посыпем их солью. У нас все просто будет сегодня. Соль, паприка, бейзил и сванская соль. Вот такая у нас морская соль. Мы не боимся пересаливать. Он возьмет столько, сколько ему нужно. Все, что ему не нужно, оно потом разойдет. Значит, начинаем делать это с каждой стороны. Пошла соль, пошла паприка. Соль. Ох, она ароматная. Такой запах просто необыкновенный, конечно, он дает. Сванская соль — это набор разных специй. Мы эту на Амазоне купили. Ну, наверное, разные места есть, где брать, смотря где вы живете. Я не закрываю, нам придется с другой стороны еще посыпать. Бейзил. Так, теперь аккуратно переворачиваем, так, чтобы оно с той стороны впитывалось. И повторяем то же самое. Соль. Если долго будет лежать, это плохо, потому что соль слишком много сока заберет. Но так как мы долго не будем держать, мы сегодня будем готовить, то нас это сильно волновать не должно. Опять повторяем паприку на соль. Сванская соль, в сторону, бейзил, ну вот эти сосиски, которые мы купили, они сами по себе должны быть с ароматом, но мы добавим еще, их положим сюда, где маринуется мясо. Они пахнут уже хорошо. И дадим им тоже хорошенько здесь еще добрать этого аромата. Потому что вкус испортить хорошими специями очень трудно. Можно, но трудно. Так, возьмем теперь немножко еще их сверху сванской соли. Пускай они тоже чуть-чуть промаринуются. И у нас сегодня будет такой просто праздник. И сосиски. И вот такой стейк из говядины. Все, подготовку мы закончили. Сейчас я эту всю красоту уберу. Мясо оставлю сверху, чтобы оно мариновалось и немножко еще оно там разморозится. Ну и где-то в обед начнем готовить.
Ну вот, у нас прошло полдня. Мы немножко, конечно, перемариновали. Можно было раньше начать готовить. Но как-то так день сложился, что сейчас уже почти 4 часа вечера. И мы только начинаем готовить. Ну вот, наше мясо уже промариновалось хорошо. Видите, какой оно цвет красивый, все со специями. Сосиски промариновались. Так что я думаю, что будет неплохо сегодня с едой. Пахнет очень вкусно уже сейчас. Мы еще даже готовить не начали, уже запах есть. Ну, начнем ложить на огонь. Сегодня будем делать стейк medium rare. 5 минут на каждой стороне на огне. 5 минут, обжарили, перевернем. Еще 5 минут. И по идее у нас medium rare стейк должен получиться. Начнем накладывать. Такие красивые большие куски, даже не знаю, что попробовать с одного раза поднять. Вот такой вот стейк, каждый стейк такого веса и размера. И пошел на огонь. Следующий. Трогать не надо. 5 минут на каждую сторону. И рядом положу с краю сосиски. Сейчас засекаю время на 5 минут, через 5 минут вернемся и перевернем. Ну вот ровно 5 минут на одной стороне, мы сейчас перевернем. Вот как мясо здесь прихватилось. Делаем другую сторону. Все, мы перевернули, сейчас засечем где-то на 7 минут. Через 7 минут посмотрим, и по идее должно быть готово. Будет medium rare steak. И сразу начнем готовить овощи. Мы сегодня делаем мясо, икру из синеньких. Кто-то называет баклажанами. И картошку. Ну, посмотрим, что у нас получается. Я думаю, что сосисочки уже хорошие. Мы их снимем, они быстрее готовятся. Поэтому нет смысла их так долго держать. Очень хорошо. Что с нашим мясом? Мясо, посмотрите, какие большие куски. Я думаю, что я дам ему еще немножко пожариться. Оно, конечно, промаринованное, все в порядке. Но я думаю, что мы ему немножко дадим еще чуть-чуть поджариться. Вот наши помидоры, синенькие. Потом будем делать очень вкусную икру. Все будет на гриле. Помидоры, синие, перец, лучок, соль, черный перец, масло, уксус. И будет все как сказка. Мы дадим стейку еще немножко пожариться, пару минут буквально. Потом мы его снимаем и займемся икрой. Поджарилось, мы его передерживать не будем, чтобы оно сильно сухим не было. Снимаем. Видите? А! Кусочек. Должны быть такие medium rare. Это снаружи оно такое обжарено. Внутри будет то, что нужно. Мясо есть. Берем теперь, двигаем наши синие, помидоры, перец, все на огонь. И даем ему хорошенечко прожариться. Все, будет готово, потом встретимся, когда будем делать салат. В предпоследней фазе приготовления еды
Мы поставили сковородку с маслом. Я поставил сковородку с маслом. Брошу пару листочков лаврового листа, который у нас здесь растет. А, красота! Добавим немножко розмарин. И сразу аромат пошел от розмарина, от лаврового листа. Красота! Теперь у нас есть картошка, которая сварена, но не до самого конца. Ну, я сейчас аккуратненько отправляем наше масло. Дадим немножко постоять, прожариться. И когда она будет готова, у нас получится дип-фрайд картошка такая в масле. Синяя, перец, помидоры уже почти готовы. Мы начнем делать икру, будет картошка и мясо. Скоро увидимся на следующей фазе. Ну что, начнем делать икру из синеньких. Наши овощи на гриле уже все приготовились. Лук нарезан. Начнем с чего угодно уже начать. Начнем с перца. Конечно, когда оно остывает, удобнее, не так горячо, но в то же время и шкурки с ним тяжелее. То есть, когда он готов, все эти шкурочки вот так вот легко отходят. Ну, смотреть тут особо нечего. Мы почистим перец от шкурок, почистим синие, почистим помидоры. Я все мелко порежу, сложу в тазик. И потом мы продолжим. Картошка наша готова. Можно посмотреть, какой румяный цвет. Оператор, пожалуйста. Такая красавица. Сейчас мы ее все перекладываем. Такая красота. Теперь добавим чесночок, укропчик, и будет сказка. Ну, все, в принципе, все подготовительные работы закончились. Здесь полуфабрикаты для нашей икры синенькой. Некоторые предпочитают оставить ее настояться, заправлять маслом уже и солью буквально перед тем, как вы на стол подаете. Но так как мы сейчас будем кушать, мы сейчас сделаем это сейчас. Беру соль. По вкусу вы решаете, более соленое, менее соленое. Добавляем оливковое масло либо подсолнечное масло. Что, в Одессе какое было раньше оливковое масло? Никакое, подсолнечное, с запахом семечек. Теперь всю эту красоту. Значит, у нас перец, лук, помидоры, синенькие баклажаны, они же eggplants. Все здесь вместе сделанные на огне перемешиваются. Можно добавить чеснок по вкусу, если вам больше нравится. И можно подавать в миске. Можно поставить тарелки, как вам удобнее. Следующее. Мы делали картошку. Добавили сюда чесночок с укропчиком. А, запах. Запах, как лето в Одессе. Хотя сейчас осень. Ноябрь. Всю мы эту красоту перемешаем. Получается такая картошка. Ну и теперь посмотрим, какое у нас мясо получилось. Все пойдет на стол, но я хочу одну разрезать. В барбекю соусе немножко добавили. Разрежем его пополам. И посмотрим, какая красота. Видите, какое оно сочное внутри. Вот такое сочное мясо. Какая красота у нас. Ну все, ребята, приятного аппетита. Всем пока.